Если вы оказались в зоне огня и дыма, в первую очередь следует ориентироваться по ситуации. Если есть возможность покинуть зону, двигайтесь навстречу ветру, перпендикулярно кромке пожара. Выбирайте оптимальный маршрут – по просекам, дорогам, полянам, берегам ручьев и рек. Двигайтесь вниз по склону. И обязательно учитывайте изменения скорости и направления ветра, а также рельеф местности. При торфяных пожарах прощупывайте почву перед собой палкой. Важно передвигаться быстро, но без суеты. Учащенное дыхание в дыму может привести к потери сознания. Если нет возможности покинуть зону возгорания, окунитесь в любой водоем. Если ничего подобного рядом нет, найдите безопасное место, подойдет даже выгоревший участок земли. Важно обязательно прикрыть рот и нос мокрой тряпкой, а если получится, то и все тело.